Примеры постараемся не допустить. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, это дом Паршина 10. Серебряный. Как называется точно? Серебряный парк, конечно. Серебряный парк. Значит, у вас стоят контейнеры на улице, да. Оттуда летит мусор. Сначала, я Свидерский Александр Владимирович, активист района, хорошо мне. Отлично, отлично. Да, значит, вы отказываетесь убирать эти контейнеры. Контейнеры однозначно. Они там будут стоять. Все три штуки, значит. Четыре. Значит, ваш мусор летит к домам Паршина 25-1, Паршина 31, 31 корпус 1 и Паршина 33. Значит, что касается мусора, прими меры, чтобы этот мусор не развелся. Нет, они у вас там не имеют права находиться, эти контейнеры. Сказал? Ну, значит, мы будем писать жалобы, и они их все равно не будут. Вы зря потратите время. Нет, не зря, потому что у меня в руководстве вашей организации есть очень хороший друг. Пожалуйста. И я все равно решу проблему. Нет, хорошо. Скажите, пожалуйста, эти контейнеры стоят на время строительства? На время ремонта. На время ремонта сколько лет? Ремонт же будет продолжаться Дом сдан в эксплуатацию. До лета еще точно будет стоять. Ясно. Ну ладно, значит, будем ругаться. Значит, моя просьба, чтобы не летал мусор. Нет, чтобы это было учтено однозначно. Вот и все. С этим мы будем работать. Хорошо, и желательно их оттуда убрать. Вы говорите, что...